Никогда не исправляйте эти слаймы. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал Zoom Slime. Сегодня я хочу вместе с вами исправить, спасти вот эти вот супер засохшие слаймы. У меня их 4 штучки, и все они вот в таком вот ужасном состоянии. Как вы видите, играть с ними совершенно невозможно. Я попыталась их достать, но это просто безуспешно. Как помните, самый живчик из всех был вот такой вот белый слайм. И то сейчас им тоже невозможно играть. Он весь рвется. У розового же вообще отделилась какая-то вода, что-то типа конденсата. Вот видите, там водичка вот такая вот. Если честно, меня это немножечко пугает. Но надеюсь на то, что все эти слаймы мы сегодня с вами спасем. И сделаем из таких старых, стрёмных, засохших слаймов очень крутые слаймики. Давайте начинать. У меня уже здесь есть тарелочка, которую заготовила. И я хочу, знаете, что сделать? Сначала я сделаю микс из всех этих 4 слаймов. После чего... Блин, что это такое, ребята? А, это была такая белая штучка. В общем, ничего странного и ничего страшного. В общем, я их все смешаю. Из этой смеси я хочу попытаться сделать базу. И, ой-ой-ой, и уже потом будем разделять ее и, в общем, делать несколько крутых слаймов. Так, я все уже разложу. Далее я сюда добавлю, конечно же, зубную пасту, чтобы это все размягчить. Я буду использовать вот такую вот силку. Мне кажется, пасты надо много, потому что слаймы очень-очень жесткие. И теперь это все замешиваем. Я сразу же сюда добавлю немножечко ополаскивателя. Продолжаем замешивать. Как вы думаете, получится ли у меня сегодня спасти эти слаймы? Потому что пока что процесс никакой вообще не начинается. Они такие были жесткие, такие жесткие и остались. Давайте сначала посмотрим вот на вот этот белый кусочек. Он был самый-самый свежий. И по идее он должен быстрее всех размягчиться. Но что-то как-то не идет у него процессе. Знаете, что я хочу сейчас сделать? Я хочу сейчас сюда попробовать добавить воды и поставить это все в микроволновку на 1 минуту. Если это мне не поможет, в общем, мы узнаем сначала, поможет это мне или нет, ну а дальше решим, что делать. Итак, ребят, я погрела в микроволновке это на протяжении минуты, добавила сюда немножечко воды, и смотрите, что у меня получилось, какой-то суп. Я хочу это все помешать, может быть, что-то и произойдет. Он такой горячий, пипец. Ям-ям. Это просто честь. Короче, печаль, беда. Ничего не получается. Эти слаймы спасти невозможно. Ой, этот вроде начал тянуться. Ну-ка, давайте-ка хорошенечко это все помешаем. Единственное, что там размякло и вот прям начало напоминать слайм, это белый слайм. Его уже здесь вот практически не видно. Смотрите, он тянется, он нормальный. Но вот эти куски цветного слайма, они мега странные. Они вообще не размягчаются. И мне кажется, им очень плохо. Я пойду еще поставлю в микроволновку, пускай это там все вскипит. И посмотрим, что произойдет дальше. Было с жару, как говорится. У меня эта штука стояла в микроволновке 3 минуты, так точно. Давайте смотреть, что у меня произошло. Я даже взяла вилку, чтобы там все растолкать. Оно все закипело, все запузырилось. Но знаете, в чем прикол? Вот эти маленькие кусочки как были, так и остались. Они все там
Ну-ка. Фу, вот так воняет сильно. Мятой, ну, в общем, воняет вот этой зубной пастой. Не очень приятно, когда она закипает. Так, пробуем. Оно все горячее. Но оно было какое жестко. Я себя чувствую поваром. А, жесть. О, какое оно горячее. Короче, капец. Оно прям кипяток. Как вы думаете, у меня что-нибудь получится или нет? В общем, давайте действовать по факту. Давайте я сейчас нафигарю сюда клея прозрачного. Такого вы еще стопудово нигде не видели, чтобы таким образом спасали слаймы. Получится, получится, не получится, не получится. Я добавляю клея. Так, я думаю, столько будет достаточно. Перемешиваем это все. Это было опасно. Не повторяйте со мной такой эксперимент. Это очень опасный маневр. Но оно стало мягче, определенно. Из чего сделаны эти слаймы, остается только гадать, потому что они вот такие вот. Представляете, они закипели в микроволновке. Их я пыталась размягчить зубной пастой, ополаскивателем, но ничего не произошло. Как мне это теперь осудить вопрос? Поставить на окно минут на 10, чтобы это спасался, не за такое горячее. В общем, давайте просто перейдите через горловый активатор и смотрим, что происходит. Оно не активируется, добавляем еще. О, уже что-то пошло, процессинг пошел. Вас не смущает то, что я вообще перемешиваю вилкой? Мне единственный вопрос. Но ей намного удобнее. Может быть, я эти комки там все сейчас перемешаю хотя бы немножко. Надо еще активатор. На первый раз выходит, наверное, только третий слайм. Упс, у меня проблема, бац, у меня закончился активатор. Оно там размягчается, класс. Появляется надежда на то, что мы сейчас это все-таки все спасем, и у нас получится классные слаймы. Но сначала мне нужно сгонять за активатором. Притащила активатор, добавляю его уже, и давайте это все замешивать. Самое главное, то, что вот эти штучки, они все стали мягкие, и их при очень хорошем замешивании, мне кажется, можно замешать полностью, они должны раствориться. Смотрите, что происходит. Последние вести с места слайм-полей. В общем, эти штучки, они потихонечку замешиваются в слайм. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, или мне так кажется просто. Но у меня закончился активатор, поэтому мне сейчас нужен будет помощник, который сбегает за активатором. Итак, активатор уже в моих руках. Добавляем его сюда. И продолжаем этот бешеный микс. Это просто жесть. Я добавила уже 3 банки активатора, но мой слайм, он говорит, нет, Маша, иди куда-нибудь подальше от меня, я не буду активироваться. Это просто жесть.
Ну что, вот такой вот офигенский слайм у нас сегодня получился. Он супер классный, как вы видите, ни разу не прилипает к рукам. Вообще, совершенно ни разу. Самое главное, я спасла все вот эти вот, исправила их. И слайм получился просто сногсшибательный. Я не знаю просто, с какую оценку ему дать. 5 с плюсом, или 10 с плюсом, или 20 с плюсом. Давайте мы в него добавим чисто вот этот рабратик, и, возможно, мы ему дадим тогда все 30 с плюсом. В моих руках находится чистый тетраборат натрия. Я им не пользовалась уже очень много времени, но сейчас, видимо, тот самый момент. Начинаем замешивать. Как бы, ноу, слайм у нас, к сожалению, получился вот такой вот. Он не замешивается, он не активируется. Возможно, очень много пасты, ополаскивателя. Возможно, это все из-за вот этих вот слаймов, которые не размягчаются, не разминаются. Но зато вы теперь знаете и уяснили один урок. Вот эти слаймы ни в коем случае не покупать и ни в коем случае не исправлять, потому что это сделать нереально. Я попробовала все лайфхаки. Я их засунула в микроволновку, я налила горячей воды, я их вскипятила, налила клея. Но, увы, мой эксперимент не увенчался успехом, и получилась просто вот такая вот непонятная жижка. Так что смотрите сюда. Вот такие вот слаймы. Magic Ice Cream. Никогда не исправлять и никогда не покупать. Они ужасные, они отвратительны. Мало того, что они продаются засохшие, так из них еще получается вот такая вот дичь, если попытаться их исправить. Надеюсь, что вам это видео было полезно. Вы теперь знаете, как не надо делать. Типа тролливали туда и сюда. Слайм, эксперименты, все дела. Не забывайте ставить большие пальчики вверх под этим видео. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой слайм-канал, если вы еще вдруг не подписаны. И мы с вами совсем скоро увидимся. До скорой встречи. Всем пока!